Выключите камеры. И вот тут-то и начинается самое интересное. Давай, я с тобой никого не трогаю. Понимаешь, жду, когда подойдет Амадеус. Это ваше режиссерское видение такое было? Это невозможно. Некоторые звезды, кажется, профнепригодны. Пофантазировать хотите? Да, конечно. Не за красивое спасибо, ух, это Феда, Феда, рядом. Не верю. Есть жирные театры, в которых жирные артисты ничего не хотят. Но сыграть Чацкого человеку, который не интересуется политикой, западло. Марк Григорьевич, на сегодняшний день из режиссеров живых легенд остались только вы. Господи, да что ж такое? Прижизненная легенда. Я говорю то, что есть на самом деле. Так вот... Старый, что ли, я стал? Да нет, вы легенда. Здравствуйте, меня зовут Марк Розовский. Я художественный руководитель Московского государственного театра у Никитских ворот. Я сделал в своей жизни около 200 спектаклей. Вот вы посмотрите от и до весь репертуар. И тогда вы только приблизитесь к тому, чтобы понимать, как я понимаю жизнь. А мы что, будем прогон? То есть сейчас, полную силу. Мы сейчас должны с вами полностью все посмотреть, да. То есть я не останавливаю. Да. Это Фива. Марк Григорьевич, театр у Никитских ворот – это пример классического русского театра. Сегодня, в 2022 году, понятие «русский театр» – оно достаточно размыто. Что такое русский театр и что возможно в русском театре, а чего невозможно? Классика – первооснова нашего репертуара. Русская классика – это так. Но главное кредо, что ли, ну, как я его для себя сформулировал в двух словах – это… Живой академизм. Не какая-то мертвечина в театре, не какая-то скука, не какая-то вот бесконфликтность и, так сказать, какая-то говорильня, когда со сцены идут потоки слов. Надо еще и, чтобы была боль, надо, чтобы было сопереживание, сочувствие. Помните у Достоевского? Жаль, жаль, всех жаль. Вот это и есть позиция русской культуры. Потеря человечности – это деградация. А у нас сегодня в нашем обществе культивируется нежелание контактировать друг с другом. Это страшная беда, потому что как только люди живут в половину жизни, если мы друг другу не интересны... Вот представьте, 140 миллионов россиян, которые живут каждый только своей собственной жизнью, и никому ничего не интересно вокруг. Но это же тогда это трагедия. Не надо никакой атомной бомбы, уже все разрушено. На нас никто не будет бросать. Но если мы будем интересоваться, если мы будем верить друг другу, если мы будем болеть друг за друга, если чужая беда – это моя беда, ну это же, это и есть жизнь в классике нашей. Потому что завтра мы будем ставить Достоевского и ничего не поймем в нем. Ну, просто ничего не поймем. Потому что я такой, как все. Я вождь, я гений, я герой и подлый раб и червь слепой. Если нас это не интересует, значит, мы будем или кривляться, или будем обозначать эти чувства. Мы не будем тратиться. Имитировать можно, но имитация не есть игра, это фальшивая игра. «Не верю», — говорил Константин Сергеевич. «Фальшь будет, в конце концов, видна, если ты не заряжен смыслами». «Береги чесмолоду, береги, пусть пылают ненавистью враги, как бы нечисть эту да извести». А потом поганых всех взять и простить.
В этом смысле русская культура, она абсолютно непобедима. Она абсолютно неприступна. Это мощнее любого атомного оружия. Любых разломов, революций, войн. Русская культура в этом смысле. Я в этом самом искреннем образом. Вот здесь я немножко высокопарно говорю, но это, простите, но я в это абсолютно стопроцентно верую. Сейчас вот очень многие вообще отрицают русскую культуру. Давайте жить без Толстого, давайте жить без Чехова, без Чайковского, без... дурь полнейшая. Потому что если на что и можно опираться сегодня, то именно на то, что русская классика нам оставила такие сокровища, такие драгоценности. Она ответила на все, буквально на все вопросы, которые нас сегодня волнуют. И сегодня, если вы хотите знать, что я думаю о сегодняшнем дне, мой ответ будет очень простой. У меня 55 спектаклей. Придите на 55 моих спектаклей. И я вам отвечу на все вопросы. Только я отвечу вместе с Толстым, Чеховым, Достоевским. Не останется ни одного вопроса у вас, от которого бы я слинял. Вход свободный. Билет купите только и все. Даже нам? Вы по блату получите места. Сегодня я имею, могу без излишней самоуверенности и хвастовства сказать, что я располагаю сегодня труппой, которая под силу делать спектакли в любом жанре. И психологический театр, и так называемые шампанские зрелища, и театр современный, авангардный, экспериментальный, все нам под силу. Актеры получают возможность в каждом следующем спектакле проявить себя по-другому, нежели в предыдущем. В театре работает 150 человек, все они мне подчиняются, но у нас не казарма, у нас живое театральное дело. Я их погружаю иногда в азотную кислоту, а иногда в ванну с шампанским. Говоря про вашу труппу, я провел небольшое исследование, маленькое. О! И я был крайне удивлен. Значит, это овощи и фрукты называется. Потому что кто-то из артистов фрукты, а кто-то овощи. Все молодые, все подтянутые, все безумно талантливые, поют, танцуют, снимаются в кино, в сериалах. Пора порадуем. На своем веку красавицей кругу счастливо мокрит кровь. Это ваше режиссерское видение такое было? Или, может быть, человеческое, когда вы подбирали именно такой состав? Приходят молодые актеры. Уже молодые актеры становятся опытными актерами, потом опытные актеры становятся зрелыми актерами, а некоторые даже старыми актерами. Вот смотрите, у нас здесь... Ой, здравствуйте. Идет работа. Это не основной костюмерный цех, у нас еще. То есть это основной, но у нас есть еще. А твои-то вещи здесь есть? Да, поищу. Во-первых, естественно, перья. Шучу. Привет, меня зовут Игорь Скрипко, я актер театра «У Никитских ворот». Театр для меня — это место, где я стал тем, кем я являюсь сейчас. А кем я являюсь сейчас, об этом поговорим позже. Мой телефон бегущей строкой. Это мой пиджак. Это откуда? Шерлок Холмс, я в нем играю. А, в пляшущих человечках. А еще одна из первых была ролей, это «История лошади». 73-го года? 73-го года. Я этот иго-го, иго-го, понимаешь, моя лошадка, бью копытом. Скажут люди, конь, не только коне. На что надо работать?
Я пытаюсь в меру своих сил внутри театра создать такую систему координат, когда артисты играют и главные роли, и не главные роли тоже играют большие артисты. Это ровным счетом ничего не значит. И они это знают. Какой бы спектакль вы ни взяли, если в нем участвует, а у нас есть спектакли, в которых участвует до 30 артистов, вы можете заметить каждого. Это словно бой понеси, эх, моя печаль удари. Меня мучает один вопрос. Что делает молодой, красивый, высокий, талантливый артист? Для чего ему нужен театр? Ты знаешь, что я сегодня, когда выезжал сюда, именно об этом и подумал. И не только театр, а почему именно этот театр? Мне кажется, сейчас театр — это вообще единственное место, где можно хоть немного попытаться спасти свою душу в общей мировой вот этой обстановке какого-то страшного хаоса. Потому что здесь еще что-то есть святое, по-моему. Это единственное место в театре, где есть что-то святое на этом свете. И я очень рад в этом принимать участие. Я очень люблю театр от рождения. Я люблю срывать овации. Я тщеславный человек. Я люблю цветы. Я этот обмен энергии люблю. Вот, я придумал. Это обмен энергии. Одна ходит к нам девушка-поклонница. Она пишет наши портреты. Вот смотри, у нас тут есть, мы хотим из этого сделать... повесить сборник. Это вот Макс у нас таким. Я думал, это Джонни Депп. Ну да, кстати. Вот это Коська. А это Хемингуэй. Да, а вот самый страшный получился я. Что нужно сделать для того, как молодого артиста, тебя спрашиваю, чтобы такие же наши ровесники приходили в театр больше, больше и больше? Мне кажется, нужно вообще поменять систему подхода к театру. Доносить, что это важно. Доносить людям, что это классно, это модно. Потому что сейчас модно у нас... Понимаете, ну давайте будем честны, ну вот мы не в самом модном театре сидим сейчас. Хотя здесь есть очень классные спектакли, очень классные артисты. Сейчас модно, не знаю, если это какая-то нашумевшая звезда или нашумевший режиссер, или если в спектакле каким-то образом перевернули все события вверх дном. Это модно. Выпендреж становится на первом месте. Ну а что такое выпендреж? Это безвкусица. Ну с моей точки зрения. Ну, выпендривайтесь, насколько хотите. Ну, хорошо, правой рукой за левое ухо. Ну, снимайте штаны, наряжайте мужчину женщиной, женщину мужчиной. Я там видел, как там роль Аркадина играл мужчина. Сцена с Тригориным у этой Аркадины, ну, вызывает... Ну, это становится посмешищем. Это уже издевательство над Чеховым. Не так ли? Как можно ставить Чехова вне Чехова? Вот мой вопрос к некоторым коллегам. Вижу крайнюю, предельную степень унижения человека. А сам по себе театр в классическом представлении не моден почему-то. Вот я думаю, что нужно популяризировать вообще на государственном уровне. Тогда все будет иначе. Когда я пришел в этот театр, поработав несколько лет еще, ну, не было у меня такого положения, наверное, как сейчас в театре. А я встретился с одним ныне очень известным артистом, который играет в одном известном театре, который со мной учился в параллель. Я это говорю вот сейчас на камеру тебе при всех. Он говорит, слушай, зачем тебе этот театр? Я говорю, послушай, может быть, какие-то спектакли для нынешней публики архаичны. Может быть, мы не можем конкурировать с некоторыми мюзиклами, но мы можем делать по-своему круто. Где мы, тут и классно, тут и круто. И мне кажется, что все артисты должны это понять. Современный театр, настоящий театр, театр как искусство, не любит наигрыши, не любит кривляния, не любит бессмысленного эпатажа. Хотя сегодня очень много, так сказать, простите, опусов с обратными задачами, но это не мой путь. Почему некоторые театры, чтобы увлечь зрителя, не берут за первооснову духовность, а берут за первооснову увлечь, привлекая в спектакль блогеров, значит, каких-то тиктокеров, значит, еще как Бузовых, Шмузовых, всех остальных? Менторствовать и говорить... Ты плохой, ты ничего не понимаешь, ты такой-сякой, ты формалист, ты авантюрист,
ты... Ну, это вообще-то дело критиков. Дело в том, что у нас критики нет, которая бы могла бы, так сказать, кому-то снять штанишки и выпороть. Сейчас критик может быть любой человек. Может быть, блогер. Может быть, девочка, которая просто снимает, и вот она пришла в театр, и вдруг там у нее миллионы подписчики, которые тоже вдруг бегут в театр после нее. Я такое вот видела и знаю. Я Мария Марковна Розовская. Для меня театр у Никитских ворот – это жизнь моего отца. Для зрителя определенного такой театр необходим. Зритель идет, независимо от того, что кто напишет. Зритель и критика, они вообще разорваны. Он, конечно, театр отличается от очень современных театров, которые на слуху. Вот Георгий Александрович Товстоногов, видя некоторые, так сказать, сегодняшние опусы, он бы, так сказать, сказал: так, приготовьте розги, я сейчас начну пороть. Вы, может быть, не знаете, сейчас еще и трансгендеры участвуют в постановках. Это пространство ответственности того художника, который это воплотил. Я его не осуждаю. Вообще в театре нет ничего запретного, лишь бы была мотивировка. Если там есть мотивировка для трансгендерного образа у автора, почему не может быть героем трансгендер? Но если у автора этого нет, то, простите, вы авантюрист. Вы приписываете автору то, чего нет. Ну, всем может быть интересно. В искусстве-то мало делать интересно. Ну, возьмите пьесу, где трансгендер и женщина выяснять отношения. Я не против такой пьесы, но это пьеса не Чехова. Это ваша пьеса или другая пьеса. В театре, повторяю, возможно все. А можно померить эту штучку? Простите, бога ради. Да. Это женская. Это... идеально. Катарина Кавальери. Это шапка, участвует в одном номере. Ой, слушай, как Киркоров, как будто юбилей, да? Да. Единственная моя! Светом одаренная. Эта вот штуковина была сделана для одной сцены. Ну давай, начинай, пой, что ты там делаешь в этой сцене. Давай. Я кланяюсь, как меня зовут? Я же Моцарт, Катарина Кавальери. Я Катарина Кавальери, да. Давай. Ее называют... Я ее целую там. Ну давай. Давай, я стою, никого не трогаю. Понимаешь, жду, когда подойдет Амадеус, Моцарт. Это все, на что ты способен? Ну, я не могу. Тут дети, пенсионеры, инвалиды. Куда? Она даже ученицей моей не была. Она у Сальери занималась. Потому что, знаете почему? Потому что Сальери не тащит их в постель. Я говорю, да, конечно, не тащит. Он же импотент. А музыку ты его слышала? Он и пишет, как импотент. Какой оригинальный текст спектакля. Это прямо на сцене ты это говоришь? Питер Шефер написал. Я не ставлю то, что мне просто видится от фонаря. Искусство режиссуры заключается в том, чтобы уметь находить и опираться на мотивировки. Но эти мотивировки должны быть увязаны с эстетикой авторского миросознания. Если ты авторский мир не чувствуешь, не понимаешь, если он тебя не волнует, значит, не берись за это. Но у нас очень много бесстыдства. Стыд – это первое необходимейшее качество для вообще человека. А уж для художника, потому что если бесстыдство остается безнаказанным, то ты невольно ошибаешься. Но у меня тоже есть сцены, где нагая актриса была, и никакой пошлости в этом не было. Потому что драматургически это было необходимо. Никакого позора я не испытывал, но это мы организовали таким образом, чтобы в этом была своя какая-то натуральность чистоты. Надо уметь рисковать. Думать о том, как воспримет это зритель, и как его убедить в том, что только так надо сделать, чтобы он не возмутился. А чтобы он ахнул. Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то четырех задыханий придет выпрямительный вздох. Сказано Мандельштамом о творчестве, об искусстве. Это просто золотые
четыре строчки. Хотя я с ними не совсем согласен, потому что он говорит «выпрямительный вздох», и это есть искусство. Но вся штука в том, что человек говорит не на вздохе, а на выдохе. Попробуйте говорить, вдохнуть и что-то сказать. У вас не получится. Мы говорим, мы берем воздух, и вот собирание воздуха – это наша работа над спектаклем, это репетиции. А вот выдох – это премьера. Это Маколей Калкин? Без очков Маколей Калкин. Ну, типичный. Ну-ка. Можем, друзья. Есть ли голос у театра у Никитских ворот? И какой этот голос? Ну, у театра должно быть как минимум лицо. А у нашего театра это такое... Лицо так уж 3D. И голос, конечно, есть, потому что мы голосовой театр. Мы зависим от голоса. Наш худрук... всегда хочет докричаться до зрителя с помощью мюзиклов, в том числе, и он пишет много мюзиклов. Не знаю ни одной ноты, пою по слуху. Шпионы там, шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть. Вздохнет француз известно кардиналу. Марк Григорьевич, он когда садится в середину зала, что? Что там? Кого ты любишь? А, ага. Меня зовут Сарайкин Денис, я актер театра Никитских ворот, вот уже много лет. Театр для меня, и этот театр для меня это такой мир, который меня ежедневно удивляет до сих пор. И поэтому я подсел на него. И у нас идет уйма мюзиклов, поэтому и артисты подбираются как минимум с голосами. А голос нашего театра, ну, он разный бывает. Он не писклявый, он не басистый. Вот он не бас, он и не... И вот этот вот... Наверное, мы такой ироничный и мелодичный. Драматический есть. Тенор? Драматический тенор. В итоге, да. Играете комично, будет драматично, говорят у оперных. Если с тобой был испорченный ребенок, на папу и на маму не похож. Я женщину жал чуть не с пеленок. Эй, Жора, подержи мой макинтош. Когда-то Станиславский сказал, что актер... должен обладать нахалином, в кавычках, конечно. Не нахальством, а нахалином. Он имел в виду не какую-то разнузданную форму поведения на сцене или эпатажное самовыражение любой ценой. Это не наш путь. Строгость, мощь внутренней жизни – это самое главное. Это не просто элемент, это суть. Это то, что мы называем нутро. Есть у актера нутро или нет у актера нутра? Дорогие москвичи и гости столицы, она паспортный режим нарушает. У ней внебрачный муж без прописки живет. Тут вам не подмостки. Саша остается с нами. Все, хватит с нас Анны Карениной на сегодня уже. Игра, где сочетается поэтическое существование внутреннего «я», требует интеллекта. Это соединение рацио с полной свободой, так сказать, какого-то свободой мышц и вместе с тем со свободой интеллектуального изъявления. Вот это сочетание, это и есть великий русский актер. Актерыч. Попробуйте с русским актером сказать, встань туда, подойди к окну. Первое, что он скажет, а почему я, зачем я пойду к окну? А что я тут переживаю? А почему я обернулся? Русский актер не есть марионетка в твоих руках. Более того, он, когда готовит себя к роли, раньше было принято у старых актеров, но это я с горечью говорю, актер терзался своей работой, он терзался своей ролью. Он, получая текст, он выращивает такие вот ногти огромные и кровянит свою грудь, как только может. Он мучается ролью. Он не инструмент для воспроизведения текста, а он всю свою психофизику подчиняет тому. Он все время задает вопрос, а почему? Люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они называют хорошим, а к тому, чтобы как можно больше вещей называть своими. Ну вот была сцена, я помню, с Евгением Алексеевичем Лебедевым. Мы репетировали в «Истории лошади» его монолог. Он делал вот так. Лошадь, он делал так.
Евгений Алексеевич, ну сделайте так. Лошадь, кисть должна быть опущена вниз. Это лошадь. Он говорит, ну а я чувствую так. Я говорю, ну это фальшиво, так лошади не ходят. А как ходят лошади, кричал он. А я говорю, ну это неправильно, это фальшиво, потому что надо лошадь, надо копыта поставить. Какое копыто? У меня нет копыта. Я углубился в себя и стал размышлять. Но мне приходило иногда в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать. Но сейчас же представлялся страшный вопрос. Зачем? Он сел на бочку и стал произносить толстовский текст. Дальше он вскочил и сказал, я не понимаю, кто я сейчас. Ну, я не понимаю. Ну, я сейчас лошадь или я сейчас человек? Ну, я долго-долго говорил, что у Толстого написано перетекание, так сказать, человека в лошадь, в этом такой кентавризм. Это я все понимаю. Я понимаю, я вот тут и говорю. Вот тут я понимаю, что я лошадь. Ну, как вы меня посадили на бочку? Ну, лошадь не сидит на бочке. Вы мне объясните, кто я в этот момент? Я был в тупике, и он был в тупике. И что вы думаете? На одной из репетиций он сел на бочку, стал произносить толстовский текст от имени лошади, и вдруг его правая рука ударила. Он ударился по колену, и вот он стал говорить, сидя на бочке, а рука у него была лошадиная. Понимаете? Да-да. И я заорал, ну вот же, Евгений Алексеевич, ну закрепите это, закрепите. Потому что вы задаете мне этот вопрос, а сами уже сделали то, что я прошу. Ну и так далее. То есть, понимаете, вот из такого ссора возникает образ. Может быть, это называется талант? А? К настоящему актеру ничего нельзя приказать. Его можно только увлечь. Часто ли приходилось импровизировать на сцене в момент, когда ты понимаешь, ну что все, вот текста нет, поддержать некому, микрофон не работает, фанеры тоже нет. Что делать? Нет, во-первых, это самая благодать для актера. И Марк Григорьевич, слава богу, из тех худруков, которые как раз за, в рамках заданной композиции, как говорил Мирхольд, он только за. Если это хорошее, если актер импровизирует хорошо, это импровизация, это высший уровень. Если плохо, это называется как отсебятина. То есть у нас были случаи, когда у нас на спектакле «Фан-фан тюльпан», сам Фан-фан с девушкой, он ее как-то так не поймал, и она упала, но она что-то себе сломала. И ему попутно сломала руку. Но там еще два персонажа были на сцене. Я и, значит, мой друг Заболотный, Никитка. Мы видим, что, значит, у этого рука никакая. Она уже вот это, уже скорую вызвали, там уже кто-то шушукается. Их уже уносят как-то так. Мол, а это Фан-фан тюльпан по-французски, все в рюшечках. Их унесли. А мы еще как сидели, так и зритель как бы на нас. Мол, ну, давай теперь, а вы чего? И мы минут 10 еще что-то играли. Что мы играли, я не знаю. И там тоже, там и песни живьем, все это. Мы что-то еще как-то так. И потом уже нас просто, мол, ребят, все, скорая приехала, все, уходите. И мы как бы под аплодисменты уже ушли. Только вот под актер-актер, чем мы как раз часто имеем в виду человека, который удешевляет какими-то своими штампами. Вся штука в том, что у большого артиста этих штампов 300, а у плохого артиста их 3 или 2, а может быть даже 1. Есть очень много актеров, которые, так сказать, показывают. А игра, современная игра, это самоотдача, цель творчества – самоотдача, вот, а не шумиха, не успех. Тогда у меня вопрос такой. Сегодня, живя в мире заголовков американских вот этих вот слов «фейк», «хайп» и всего остального, куда ни глянь, там театр и съемочная площадка, и ты понимаешь, что любой артист от мала до велика готов пойти на любой телеканал, что-то рассказать и так далее. Конечно, актер гонится за славой. Если талантливый человек участвует в какой-то ерунде, в какой-то хреновине высокооплачиваемой, а сегодня такая практика, которая дает возможности зарабатывать деньги, и большие деньги, ну,
левой ногой. Когда участвуют мои актеры в некой пустоте, то они себя опустошают. Человек с большим содержанием в пустоте, он не может себе этого позволить. Но нужны деньги, надо жить. Поэтому осуждать их нельзя. Но критерий искусства, он неумолим. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но это же завет великого поэта для всех людей искусства, и прежде всего русского искусства, который мы не выполняем, который мы нарушаем постоянно. Я говорю о общей картине сегодняшней. Влияние шоу-бизнеса, влияние коммерческих проектов. Ты участвуешь тут в каком-то пшике, там в каком-то пшике. И вот ты пшикуешь. Ну, может быть, и ты счастлив от этих пшиков. Но в театре это не проходит. Хорошо царик сыт быть любовником избранником, а дарит царица нас кнутом и пряником. Самое главное, все же так красиво поют. Раскройте тайну. Все живьем поют. Если уж совсем какой-то талант на сцене, то да, и просят, чтобы у него была поддержка, то его меняют заранее. Если он народный артист, там, и он имеет право. А так нет, своим голосом, никакого автотюна, никакой поддержки вот этой, если что, вытянем, значит, фанер. Нет, такого нет. И вот вам, как артисту, который уже со стажем, уже миллион лет работает в театре у Никитских ворот, который все знает от и до. Как вы считаете, вот если приходит такой артист, вот, например, с моим голосом, мерзким. Пари добро на всей земле, пари добро другим во благо, не за красивое спасибо, ухмыта сцена, всегда рядом. И говорит, я хочу быть артистом в театре у Никитских ворот. В эти критерии входит понятие того же самого голоса? 100%, даже больше. Всего доброго, Денис. Хоть бы раз сказали. Ведь такой хороший актер, вас надо брать. Нет, ну вообще, я не вижу у вас противного голоса. Да, он зычный, он такой пробивной. Ну, тут что важно-то? Голос, нет голоса. Важна же смелость. Станиславский об этом говорит. То есть в этом смысле вы... У вас смелый голос, то я бы вам не отказал. Я думаю, Марк Григорьевич, вы подойдите, спросите. Я уже вчера спрашивал, он сказал, что меня в театр не возьмут. Он улыбнулся при этом? Вы сладкое любите? Нет, я на диете. А острое? Нет. Не сладкое, не острое. Не острое, не соленое. Не мужчина, а облако в штанах. Я просто сумасшедший. Ну да. Это значит, что может быть. Проститься мне... Такое заявление, может быть, я его... Только я хочу быть правильно понятым. Я 40 лет работаю в этом театре. Да, есть замечательные артисты, имеющие имена, которых я готов пригласить. Они будут иметь выдающиеся роли. Но большой вопрос, а справятся ли они? У меня ответа нет. Кто-то справится, а кто-то провалится. Некоторые звезды окажутся профнепригодными. Ну, на языке театра... беспощадном языке театра, они будут пригвождены к тому, что они ничего не умеют, кроме того, что они показали где-то там, в другом месте. А здесь-то надо проявить какие-то такие свои данные и показать себя и в человеческом изъявлении, и в творческом. Ведь есть жирные театры, в которых жирные артисты ничего не хотят. Они даже играть не хотят. Но я встречал таких. У них есть имена, у них есть звания. Не на службу надо ходить в театр, а служением заниматься. А служением чему? Служением высшему. Недаром же мы говорим про талант, что это Божий дар. Но как ты распоряжаешься со своим Божьим даром? Твоей заслуги, дорогой мой артист, в том, что у тебя Божий дар, нет никакой. Тебе просто Бог дал это. А дальше как ты распорядишься своим Божьим даром? И вот тут-то и начинается самое интересное. Божий дар есть, успех есть, а в результате пшик. Вот я вам расскажу о своей беседе с Олегом Николаевичем Ефремовым. Я стоял в МХАТе. И когда мы с ним поговорили о Чехове, о Станиславском, он совершенно гениальную вещь сказал мне. Вот так сходу. В кукольном театре я вот вижу, одни куклы работают по системе Станиславского, а другие куклы врут. Ну, врут. Вот
Вот они там дергаются, прыгают, чего они. А есть, которые во взаимодействии, которые правду несут. Я им верю. Вот куклы играют. Вдумайтесь. Я, конечно, рассмеялся, потому что это очень точное наблюдение. Профессиональное. Я когда смотрю свой спектакль, я все время вспоминаю вот эти слова Олега Николаевича. Да и Товстоногов так же думал. Понимаете? Причем он, ну, Георгий Александрович был жесткий человек в отношении фальши на сцене. Он просто вскипал, когда артист начинал наигрывать или, так сказать, работать без мотивировок. Вы должны с этим бороться, не развиваться это страдание в себе, понимаете? А я развела тут нюни. Вот вам же уже играть. Может быть, так подробно не отвечать? Да вы что? Вы свидетель целой эпохи жизни русского театра страны. И я считаю, что это правильно, что чем больше вы скажете, чем больше вы расскажете, тем мудрее будет современное поколение. Я как раз подчеркиваю детскость и наивность нашей профессии. Не знать, но хотеть знать. У меня был случай. Молодой артист захотел играть Чацкого. Я с ним разговариваю. Он мне декламирует монологи Чацкого. И я его спрашиваю. Я говорю, ну ты же пропускаешь здесь важнейшие вещи политического характера, потому что пьеса Грибоедова, она же политическая пьеса. Не, это не политический театр, но это политическая пьеса для своего времени. Да она во все времена была таковой. Это наша классика. Там ставится проблема свободы, несвободы. И вдруг он мне говорит, Марк Георгиевич, ну я политикой не интересуюсь. И я честно говорю, я разозлился. Он не может распознать, что за этим текстом содержится. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда не примирит. Суждения черпают из забытых газет времен очагности до покорения Крыма. Всегда готовы к журне, все песню свою поют одну и ту же, не замечая о себе, что старее, то хуже. Не потому что я хочу заставить артиста интересоваться политикой. Это тоже смешно. Но сыграть Чацкого человеку, который не интересуется политикой, западло. Это невозможно. Если ты не понимаешь, если ты не интересуешься ничем, что происходит в большом мире, если ты не гражданин, если ты не понимаешь этих конфликтов, если ты не хочешь себя беречь, какой Чацкий? Ты ничего осмыслить не сможешь. Это элементарно. И я его прогнал. Ну как прогнал? Я его пожалел и сказал, что ты не дотягиваешь, ты не сможешь это сыграть никогда. То есть если не будет грибоедовской боли, то как сыграть это? Как донести все великое содержание этой пьесы до сегодняшнего зрителя? В театре вот возникает глубинная связь между твоим человеческим содержанием и тем, что ты каждый вечер, хочешь не хочешь, ты должен играть. Форму можно предъявить, но если она бесчеловечна, если она не наполнена конфликтами, драмами времени, то театр, который существует здесь и сейчас, вот сегодня, пустое. Пустое занятие. Да и сегодняшний зритель, если он абсолютно аполитичен и пришел смотреть Грибоедова, то у нас не будет контакта. Они просто будут освистывать нас или ждать от нас какой-то попсы вместо великой поэзии. Всем привет! Меня зовут Татьяна Иосифовна Ревзина, я директор театра.
что для меня театр? Для меня театр — это дом. Ну, знаете что, я вот мамка в театре, честно. Вот меня так актеры многие и называют. Вы наша мамка. Я просто по-человечески к ним отношусь и помогаю, и вхожу в их положение, если они приходят с какими-то просьбами, советами. Какими качествами должен обладать потенциальный не только актер театра Никитских ворот, но и любой сотрудник театра Никитских ворот? Надо быть преданным театру, действительно. Любить очень театр. Быть честным по отношению к театру. А нельзя ставить, прежде всего, свои интересы интересам театра. Мне кажется, это табу. В театре должны собираться люди. Поначалу они должны с улицы приходить. Они должны из разных театральных вузов приходить, из других театров приходить. А дальше наше театральное дело совершает страшную вещь. Знаете, вот есть линкор, он идет. А к днищу линкора приклеиваются ракушки. Одни выживают, прилепившись, слабые отпадают. Сам остов линкора, он остается чистым. Может быть, его надо иногда чистить от водорослей и... Вот. А театр в этом смысле, если он на каком-то протяжении идет, здесь есть актеры, которые со мной прошли все 40 лет. Вы первый набор театра у Никитских ворот. Вот за практически сколько лет? Страшно сказать. С 82-го года. 40 лет. Ну, естественно, за 40 лет театр изменился. Изменилась эпоха, изменились люди, изменились зрители. Как изменился артист? Вот сегодня приходят молодые артисты, 20 лет, 30 лет. Ну, артисты, они разные. В основной массе молодые актеры, которые приходят в театр, они стараются учиться у старшего поколения. Это я называю освежить труппу. Но есть молодежь. Сейчас количество этой молодежи, выпускников, оно увеличивается. Они гордые, они независимые, они уже на 50% гении. Вряд ли можно найти такой театр, где молодым актерам предоставляют шанс проявить себя практически с первого года жизни в театре. Марк Григорьевич очень любит молодых актеров. Ну, я понимаю его, у него такая есть стратегия, он пытается притянуть хороших, талантливых актеров, и он сразу им дает мощную, очень сильную, хорошую работу. Чувствуешь ли ты груз ответственности именно в «Бедной Лизе», понимая, что это... Вот начало-начал Марка Розовского как режиссера. Да, это такая Russian love story. Я знаю, как игрался этот спектакль 50 лет назад. Я просто взял какие-то, на мой взгляд, лучшие черты исполнителей предыдущих этих ролей и просто дополнил еще собой. Меня зовут Марк Кондратьев, я артист театра у Никитских ворот. Приятного вида! Для меня театр — это пространство для саморазвития. Вот он молодой актер и, так сказать, себя уже проявил. Мне кажется, имеет замечательные данные, все возможности. Вот сегодня «Бедную Лизу», сегодня вечером, он будет играть роль Раста. В нашем спектакле Марк Григорьевич предоставил возможность, ну, как-то по-своему, более современно, что ли, трактовать эту постановку, сохраняя ту суть, которую он закладывал. Он не говорил нам о том, как сделать этот спектакль более современным. Мне кажется, он дал нам возможность самим это сделать, потому что мы, наверное, знаем это даже лучше, потому что, ну, вот мне, например, 22, моей партнерше 21 год. Мне кажется, что в тот момент, когда традиции превращаются в ритуалы, в этот самый момент традиции становятся не нужны. Но посвящения нет! Как близок к аду рай! Честное слово, я этого не хотел! У вас же, наверное, есть какой-то внутренний маячок, который позволяет определять, ага, вот это личность, вот здесь через 10 лет может быть такое, а вот здесь через 20 такое. Человек есть тайна. Вот постичь эту тайну, это, собственно, и наша задача. Это задача психиатра, психолога, ну и самому немножко надо быть сумасшедшим.
Меня интересует все про этого человека. Потому что его талант я почувствовал. А дальше мне надо почувствовать его личность. Я задаю ему 150 вопросов. Могу их рассказать. Хотите? Да, конечно. Какие понятия о добре и зле? Что есть дьявол, что есть бог? А чувственность какая? Вообще искусство, на чем держится? Русское искусство, прежде всего, боль. Но если твоя плоть не живет с болями, то это мне чужой артист. Интересует ли его вот что-то такое, что не только пожрать, поесть, попить и покланяться на твое кривление, понимаете? Замечали ли вы вообще про то, что бегает собачонка или кошка во дворе, и она голодная? Или вас это не интересует? Ну, если не интересует, ты плохой актер. Ты глухой. Глухой не может быть актером. Глухой к жизни, я имею в виду. Сегодня за счет большого количества социальных сетей практически в какой-то, для какого-то сегмента возрастного нивелировалась профессия артиста и актера. Ну, потому что там 15 минут подергался где-то в соцсетях. Все, ты подпишешь. Актер, артист. Ну, я человек, признаюсь, мне же все-таки 85 лет. Ну, знаете ли... Я не могу считать себя, понимаете, таким купающимся в соцсетях. Ну, что-то я знаю, что-то я слушаю, смотрю, но я не больной. Я люблю живое театральное дело, и оно... Вот, поглощает. Ты же, наверное, для себя дал ответ, почему сегодня молодежь так мало ходит в театр? Я бы, конечно, наверное, сказал, что в музеи больше ходит молодежь, как мне кажется, в Москве. Ну вот именно в моем окружении. То есть я тоже не могу говорить за всех. Всем привет. Меня зовут Вениамин Флерковский. Я внук Марка Григорьевича. А театр для меня — это место силы. А про театры вот это такой очень сложный вопрос. Мне кажется, что это связано с образованием. Не все люди в молодом поколении, я бы сказал, так эрудированные, образованные для того, чтобы ходить, вот, наверное, и понимать все, там, вот, о чем идет речь, если говорить про серьезные какие-то пьесы. Может быть, вот театры, им надо быть более открытым к молодому поколению, вот опять же развивать через соцсети вот какие-то все эти истории, да, то есть и ТикТок брать за основу и вот как-то делать его более молодежным, потому что, к сожалению, вот многие театры делают акцент на старых каких-то пьесах, на темах, которые вот предполагают какую-то эрудицию и образование у человека, и вот, может быть, в этом какая-то сложность. Я вот что подумал, какова бы была реакция Марка Григорьевича, если бы к нему пришли на курс или, значит, в театр вот это поколение ТикТок и сказали: «Марк Григорьевич, мы вас очень любим, хотим, значит, поступить, значит, сначала в театральный институт, а потом к вам в театр». Вы знаете, иногда бывают такие неожиданные самораскрытия. Иногда человек, который производил на тебя впечатление малознающего, например, поверхностного, когда он прикасается к искусству, вдруг он преображается, этот человек, и что-то в нем просыпается такое, что было его резервами. Дело не в том, что я могу чему-то научить, но открыть, сделать его свободным и увлечь, и заинтересовать, это значит, он становится на таких костылях, он делает в 10 раз больший шаг на этих ходулях, нежели если бы без искусства он бы шажок сделал на своих двоих. Понимаете, он раскрывается. Вот раскрыть молодого актера – это такое счастье. Театру 40 лет. Были разные периоды. 90-е годы были очень тяжелые. И тогда многие люди испытывали голод физически. Ну, не все голодали. Ну, вы не голодали, мы чуть-чуть. Но это был физический голод. А духовно все еще были из того Советского Союза, с тем образованием, с тем театром и духовно подкованные.
Сегодня мы в период, когда у нас очень много еды, любой, но при этом народ духовно голодает. И сегодня, вот вы говорите, увлечь актера. Что нужно сделать сегодня? Каким образом увлечь зрителей от мала до велика на разного рода спектакли? И психологический театр, и мюзикл, и современность, и прошлое, и история. Ну, во-первых, мы еще ничего не смогли сделать. Еще надо лет 50 строить наш театр. Я надеюсь, что, может быть, даже и что-то получится через 50 лет, и мы вспомним, или кто-то вспомнит наш с вами сегодняшний разговор. Вы знаете, это секрет. Я не могу сказать, что я знаю ответ на это. Если твое искусство человечно, вот это единственный критерий. Я не могу сказать с абсолютной уверенностью, что я все могу и все знаю. Для меня вот интересно начинать, не зная как. Вот у меня... Есть такой термин у Питера Брука, даже не термин, а просто такое, он мимоходом об этом говорит, что он должен испытывать каждый раз некое предчувствие театра. Я могу не знать, как я поставлю тот или иной опус или спектакль, говоря громко, но я физиологически начинаю волноваться, переживать и испытывать какое-то даже некомфортное существование, пока я не догадаюсь, как это нужно сделать. Мне интересно не знать, мне интересно постигать это приключение. Поэтому 200 моих спектаклей – это 200 приключений. Я улетал в другое время, в другие пространства. Я разговаривал на других языках. Поэтому я счастливейший человек, потому что я прожил не одну собственную личную жизнь. Режиссура – это создание какого-то самобытного мира. В этом смысле я Бог, который создал мир. Только Бог создал мир вселенский, а я скромно так на пространстве нашей сцены. Вот мы в большом зале. Вот ты смотришь, наблюдаешь за зрителем каждый день. Да. Какой он зритель сегодня? К сожалению, наверное, я об этом говорю с горечью, зритель очень не хочет задумываться, думать. Ему бы шампанского и зрелищ. А вот чтобы о чем-то о серьезном, к сожалению. Но мы стремимся как-то образовывать, призывать к уму и разуму нашего любимого зрителя. Но, к сожалению, да, сейчас зритель хочет куда больше отдыхать, чем приходить в театр и задумываться о каких-то серьезных вопросах. А театр – это для думающих или театр – это развлечение? Театр – это для всех. Только каждый должен найти в театре что-то свое. Меня зовут Семен Розовский. Для меня театр Никитских ворот – это мой дом. Без театра я жить не могу, не смогу. Организовывать театральный процесс – это очень интересно. Я вообще могу сравнить театр с каким-нибудь заводом. Это мы, как административная часть театра, собственно, должны обеспечивать это конвейерное бесперебойное производство. Каждый день не похож на предыдущий, каждый спектакль не похож на последующий. И здесь очень интересно работать. Я не могу сказать, что я работаю, я живу своим любимым делом. Вот да. Есть два молодых человека, Семочка и Венечка. Да. Почему вы не придете к дедушке и не скажете: «Дедушка, мы хотим тебе предложить новый концерт. Мы знаем, как сюда пригнать молодежь». Ну, Марк Григорьевич все-таки, как бы так, как это его театр, все-таки он, ну, не знаю. То есть если у него душа лежит к тому, чтобы ставить спектакли, которые там ему важны, то как бы, ну, он и должен это делать. Мне кажется, вот с точки зрения автора, даже, возможно, и не, совсем не обязательно вот так вот как-то даже иметь вот в виду какие-то... То есть вот это идет от него какой-то посыл личный, вот если он хочет это передать, значит, он и ставит там такой спектакль, как вот это, мне кажется, даже важнее, чем угодить какой-то там целевой аудитории. Мне бы хотелось, чтобы зритель чаще находил какую-то серьезную проблематику в театре, нежели просто шампанское зрелище. Очень сложно, это действительно так, потому что не хотят читать, не хотят очень-очень много думать, да, но
Значит, надо... Пусть приходят, как Марк говорит, будут знать, чем заканчивается спектакль «Ромео и Джульетта». Ну, так в шутку, понятно, да? Досидят до конца и посмотрят, чем закончится спектакль. Да, они больше любят, конечно, музыкальные спектакли. Они не какие-то очень серьезные драматические спектакли. Ну, пусть через музыкальные спектакли, если они со смыслом, если там прекрасная литература, пусть так приходят в театр, и все равно они здесь для себя что-то найдут. Эй, казак, гуляй, 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 эй, да вешай, убивай, эй, да вешай, убивай, да судьбу свою передай. Вообще люди, приходящие в наш театр, если они приходят, они остаются нашими зрителями. Это правда. Придя один раз или два, они начинают смотреть весь репертуар. Сразу испытываешь клубок эмоций, да, где есть и смех, и в то же время у тебя слезы сразу. Реакция зрителя, она такая есть. В этом и есть уникальность театра у Никитских ворот? Ну, не только в этом. В том, что всегда очень хороший материал в основе спектакля, так сказать, или литература, или сюжет, или автор. И зрелищно, очень театр очень театральный. Если ты сделал в спектакле конструкцию, то твой спектакль живет не один раз и даже не 100 раз, а может 3000 раз. В театре у Никитских ворот есть спектакли, которые я поставил более 30 лет тому назад, и они в репертуаре. Я готов их снять, если они не интересны публике. Но я же вижу, что публика не просто там аплодирует, но она живет. Мы любим нашу публику. Любить публику – это любить наш народ. Что такое публика? Публика и есть народ. Но это лучшая часть народа, которая ходит в театр у Никитских ворот. Что бы ты порекомендовал зрителю, который очень хочет приобщиться к искусству? С чего нужно начинать? С какого спектакля или со спектаклей? Ну, я бы начинал с классики. В любом случае, только если эта классика сделана в классической интерпретации. Вообще, мне кажется, что очень важен для любого человека, очень важен его для ребенка очень важен его первый поход в театр. Это же должна быть любовь с первого взгляда. Или магия произойдет, или ее не будет. Какой твой любимый спектакль, Папин? Я никогда не отвечаю на этот вопрос. Это провокация. Я каждый спектакль люблю по-своему, могу не любить по-своему. Вообще, любимый, нелюбимый — это не та характеристика, в которой я как человек, работающий в театре, должен оценивать тот или иной спектакль. Зритель может сказать, мне понравилось или мне не понравилось. Да? Я смотрю на спектакль под другим углом. Ладно, ну можно начать, наверное, вы меня спровоцировали. Но я бы начал знакомство с театром, наверное, с «Истории лошади». О, Господи! Вообще, вот если меня спросить, что такое театр, абстрактно, не театр у Никитских ворот, а вообще, что такое театр, я бы сказала, это спектакль «Холстомер». Это и есть абсолютно вот то, что и является чудом театра, где есть совершенно неожиданный сюжет, есть перевоплощение, где есть невероятное переживание, при этом это ярко, при этом это с зонгами, с песней. Ну, все есть, вот все. Мы выстрадали наш успех. Мы не получили его, как вот кто-то нас раскрутил. Нас никто не раскручивал. Раскручивали нас наши спектакли, наша афиша, наши гастроли, наше участие в фестивалях, наши зарубежные поездки. Мы объездили полмира. Была пандемия, Бродвей был закрыт, а мы работали. Мы потеряли человека, артиста нашего замечательного в ковиде. Это был удар, шок. Но, тем не менее, театр не прекратил свое существование на год пандемии. И мы, так сказать, существовали
с так называемым пандемическим аншлагом. И мы играли с особым рвением, с желанием доказать, что мы живой театр и что жизнь должна быть превыше смерти, превыше гибели, превыше разрушения, разложения и превыше депрессивного психоза, который время от времени охватывает, простите, всех нас по разным причинам. И не думайте, что мы его не замечаем. Он проходит через нас. Репетиция. Ну, хватит уже. Репетиция. Я уже столько наговорил. Нет, Марк Григорьевич, вы что? Мы только начали.